филиале Российской национальной библиотеки на Московском проспекте показали новые книги, подаренные книгохранилищу в прошлом году. Открытие выставки приурочили к 202-й годовщине со дня основания Российской национальной библиотеки. Редкие фотографии украшают издание, посвященное Карлу Булле. Оно преподнесено в дар от фонда его имени. Также хранилище пополнилось уникальными томами суфийской поэмы «Манснави» от посольства Республики Иран. Когда был выполнен перевод, она стала победителем национального конкурса «Книга года» Исламской Республики Иран. Год был богат на юбилей, поэтому в коллекции РНБ появились книги о метрополитене, о Великой Отечественной войне и другие. Свои труды дарили и блокадники. А всего в библиотеку в прошлом году поступило почти 12 тысяч экземпляров.